Столица. Надо привести зарубежную делегацию. Наверное, тогда что-нибудь сделают. Иначе тут ничего не сделают. Каждый год мы собираемся здесь. Вы это записываете и уезжаете. Жители поселка Темиржол, проживающие на улице Орбулак, выражают свою обиду в адрес местных властей. Просят решить вопрос с асфальтированием дороги. Небольшая улица в дождь покрывается грязью. Жители говорят, что сами складываются и нанимают рабочих, чтобы выровнять дорогу. Но дожди снова размывают ее. Многие из нас пенсионеры, есть около 7 инвалидов. Нам надо добираться до мечети, до школы, до магазина, до базара. Не можем доехать, домой не можем попасть, не можем вещи свои доставить. Но похоже, что требования жителей поселка Темиржол будут выполнены не скоро. В письме управления автомобильного транспорта Алматинского районного акимата, куда относится Темиржол, говорится, что дороги будут отремонтированы после 2018 года. Пока готовятся проектно-сметные документы, говорится в официальном письме. Неужели ради таких маленьких вопросов мы должны шум поднимать? Нам что, выбегать теперь с плакатами? Кричать «Ойбай, Назарбаев»? По официальным сведениям, в поселке Темиржол имеются всего 40 улиц, общей протяженностью 15 километров. Из них асфальтированы только 11 километров. В поселке проживают около 9 тысяч человек. Мади Бекмагамбет, Ержан Амирханов, Азаттык ТВ.